Давненько мы с вами не виделись. Привет, привет. Надеюсь, у вас все хорошо, и мое видео нашло вас в добром здравии. И вы готовы узнать, что приготовила для вас следующая неделя. Как она проиграется в различных сферах вашей жизни. К чему нужно быть готовым. В каких ситуациях нужно будет подложить соломки, скрасить острые углы. А в каких ситуациях можно расслабиться, ни о чем не думать, ни о чем не волноваться. Также посмотрим, какие энергии входят в вашу жизнь на следующей неделе, какие энергии покинут вас на следующей неделе. Посмотрим, в чем повезет и какие будут достижения к концу недели. Как я упоминала ранее, Таро прогнозы на неделю мы делаем не по знакам зодиака, а учимся доверять своей интуиции и выбираем вариант 1 из 4 интуитивно. Как вы видите, я уже подготовила вам 4 колоды. Ваша задача расслабиться и постараться почувствовать ту колоду, в которой, как вы считаете, находятся ответы на ваши вопросы. Ту колоду, которая расскажет вам о том, какой будет ваша следующая неделя, как она проиграется. Опять-таки, мы доверяем своей интуиции. Мы учимся доверять своей интуиции. У каждого из нас есть экстрасенсорные способности. Единственное, что они развиты по-разному у каждого из нас. И чем больше мы будем прислушиваться к своей интуиции, доверять ей, тем сильнее будут развиты наши экстрасенсорные способности. Поэтому старайтесь почувствовать ту колоду, которая вас тянет. Название колод специально не называю, чтобы вы не выбирали по названию колоды, но постарались почувствовать колоду интуитивно. Опять-таки, если нужно, вы можете приложить руку к каждой колоде на экране. У вас могут быть определенные ощущения, когда вы это делаете. Например, может быть дрожь в руке, либо покалывание в руке, может пробежать дрожь по телу, может прийти ощущение того, да, именно в этой колоде находится ответ на мой вопрос. К концу недели я прошу вас посмотреть видео от начала до конца, посмотреть все 4 варианта и все-таки проверить себя, правильно ли вы выбрали свой вариант или же ответ на ваши вопросы находился в другой колоде. Какой-то другой вариант вам подходил больше. Ну что же, настраивайтесь на расклад. Поехали! Приветствую всех тех, кто выбрал колоду номер 1. Это колода Деборы Блейк. Вот от нее коробочка. Показываю тем, кто практикует. Ну что же, поехали. Вы на следующей неделе. Тройка Пентаклей. Прекрасная карта, которая говорит о том, что вы будете очень заняты, очень много активности. И активность, которая сфокусирована на вопросах заработка, работы, бизнеса и, безусловно, дома. Кто-то может заниматься покупкой, продажей дома, либо ремонтом, обустройством дома. Вот эти моменты проигрываются. Опять-таки, обстановка рабочая на следующей неделе. И дело у вас будет, как говорится, непочатый край. Начинаем с вас, потому что именно вы очень важны на следующей неделе. Ваш настрой очень рабочий. Хорошо, давайте посмотрим рабочие моменты. Что у вас в плане работы? Позитивные перемены. Если были какие-то сложности в плане работы, эти сложности вы сможете преодолеть. Нерешенные вопросы будут решены. Если пытались и хотели перейти на другую работу, да, здесь идет прогресс. То есть все сдвинется с мертвой точки. Например, если вы уже подали свое резюме на какую-то другую позицию, уже будет какой-то ответ. Если с вами уже поговорил агент по трудоустройству, возможно, уже назначит интервью. То есть позитивные перемены, негативные вопросы остаются позади. Если вы искали работу, то здесь есть высокий шанс трудоустройства на следующей неделе. Если, например, вы пенсионер, либо находитесь в декретном отпуске, либо домохозяйка, то данная карта говорит о том, что у вас разрешатся какие-то домашние вопросы, вопросы, которые вас волновали очень долго. То есть что-то откладывали в долгий ящик, не могли приступить к работе, на следующей неделе
будет прогресс, сможете справиться с этими ситуациями. Опять-таки, для тех, кто сидит дома достаточно долго, заботится о детках, о семье, здесь есть желание выйти из дому, побывать где-то, немножечко расслабиться, потому что забот, как говорится, полон рот. Дальше смотрим финансы. Что у вас по финансам? Десятка жезлов говорит о том, что в плане финансов может быть достаточно сложно, потому как могут быть достаточно сильные траты. Опять-таки, если здесь вы вкладываетесь в ремонт, в строительство дома, в благоустройство дома, то, безусловно, могут быть достаточно большие расходы, и с этим нужно считаться. Опять-таки, могут быть какие-то платежи, которые вы не учли, могут быть какие-то расходы, о которых вы заранее не подумали. Может быть, перерасход по свету, по воде. Вот какие-то такие аспекты, да, потому что тяжело. Тянете, справляетесь, но тяжело. То есть дополнительный доход здесь бы не помешал. Давайте посмотрим, что у вас ждет в плане личных отношений, какие здесь энергии. Девятка чаш. А вот в плане личных отношений здесь все прекрасно, потому что карта исполнения желаний, карта позитивных эмоций, карта любви, поддержки, взаимопонимания. Опять-таки, если вы хотели с кем-то познакомиться, то по девятке чаш, да, это может быть. Это может произойти, опять-таки, судя по прорисовке, если вы едете куда-то отдыхать, либо пошли где-то, хотите расслабиться, вот именно в такой непринужденной обстановке может быть знакомство с кем-то. Давайте посмотрим, какие энергии на следующей неделе вас покидают. Паш Пентакли. Данная карта говорит о том, что если было сложно, например, с детьми, то эти вопросы решатся. Вопросы с детьми уходят на второй план. Если вы учились, то уже, возможно, будете сдавать какие-то экзамены, либо уже сдали экзамены, получили какие-то дипломы, сертификаты, либо закончили какой-то курс, либо подходите к завершению этой учебы. Для кого-то, возможно, были какие-то подработки на стороне, которые тоже проигрались в плюс, но эти подработки были временного характера. Давайте посмотрим, что входит в вашу жизнь на следующей неделе. Прекрасные предложения. Рыцарь кубков, смотрите, какая красивая карта. То есть это и приглашения, это могут быть приглашения и на какие-то праздники, это могут быть приглашения и от любимого человека, пойти в ресторан, вместе поужинать, расслабиться, поговорить о чем-то приятном, вспомнить какие-то приятные моменты. Видите, здесь вот акула у нас плавает. То есть есть какие-то сложности, есть какие-то бурные течения, безусловно, да, есть какие-то неприятности, но на следующей неделе кто-то вам поможет действительно настроиться больше на позитив. Опять-таки могут быть предложения на свидание для тех, кто искал встречи, хотел встретиться с кем-то, познакомиться. Если ждали предложения выйти куда-то, пойти на свидание от кого-то, да, то есть у вас уже есть кто-то на примете, то это тоже может проиграться для вас в плюс. То есть очень позитивные здесь события у вас. Если ждали какие-то новости издалека, они будут приятные, полны любви и заботы. Если ждали какие-то посылки, письма, это тоже все придет на следующей неделе. Для кого-то, безусловно, по рыцарю кубков у нас проигрывается то, что приедет ваша любимая машинка. Да? Если вот купили машинку, заказали, то на следующей неделе вы сможете ее получить. И будет счастье и радость, исполнение желания. Ура! Дальше. Приятная неожиданность, которая будет ждать вас на следующей неделе. Рыцарь мечей. Здесь вы настроены решительно. В плане достижения своих целей может проиграться у кого-то консультация либо врачебная, либо юридическая, и позитивный исход этой консультации. Для кого-то могут проиграться поездки, что быстро собрались, куда-то поехали. Но это все у вас в позитиве. Кто-то может опять-таки приехать к вам в гости нежданно-негаданно. Это карта прорыва и карта решения какой-то сложной ситуации очень быстро. Давайте я посмотрю, чего это будет касаться.
какого-то вопроса, связанного с женщиной. То есть выпадает вам королева жезлов, это женщина огненной стихии, чаще всего проигрывается как овен, лев, либо стрелец. Но опять-таки прорыв может быть для кого-то в плане карьеры, потому что у вас здесь очень позитивные карты, переход может быть на новую должность. Опять-таки, если была конкуренция, то вы выигрываете в данном случае. Это может быть встреча и с подругой, и с мамой. И, в принципе, с важным человеком в вашей жизни. Но новости очень позитивные. Видите как? Далее. Достижения следующей недели. Давайте посмотрим. Чего достигнете в конце недели? Найдете баланс в своей жизни. По двойке пентаклей, смотрите, сможете сбалансировать и доходы, и расходы. Опять-таки, если ждали новостей, особенно новостей издалека, они будут позитивные. Если были какие-то сложные ситуации, да, то есть был перекос либо в сторону работы, либо в сторону как домашнего хозяйства, либо в сторону личных отношений, то на следующей неделе все-таки находите баланс и все сферы своей жизни приводите в состояние, когда у вас есть время всем и всему, и вы это можете уделить в равных частях, да, это время распределить между всеми, когда вы гармоничны. И все складывается здесь достаточно позитивно. Очень хороший расклад единички. Здесь все прекрасно. Опять-таки у нас в данном раскладе нет старших арканов. То есть расклад говорит о том, что это будет обычная неделя. Без каких-то эксцессов, без каких-то кармических вещей. Да? Потому что старшие арканы у нас говорят о судьбоносных событиях. Но здесь все очень позитивно. И все проходит более на бытовом уровне. Но опять-таки неделя достаточно хорошая. Опять-таки, если вот у вас были какие-то финансовые сложности, да, то есть какие-то платежи, там, какие-то там расходы и так далее, что-то неучтенное, что нужно будет сделать, либо перерасход здесь по ремонту может быть. Опять же, кто покупает здесь, могут заплатить больше, чем планировали изначально, если вы покупаете дом. Если продаете, здесь может быть немножечко сложно с продажи, чтобы получить именно ту цену, которую вы хотите. Но к концу недели все у вас получается, то есть вы справитесь со всеми задачами. Это прекрасно. Очень хорошо проигрываются здесь личные отношения, потому что и любовь, и гармония, и благополучие, и свидания, и, возможно, какие-то даже нежные вещи здесь проходят, и встречи, и поездки приятные, могут быть поездки на отдых. Все здесь прекрасно. Ну что же, единички, пишите мне, пожалуйста, как проигрался для вас этот расклад. А я буду переходить к двоечкам. Приветствую вас, двоечки. Двоечки – это все те, кто выбрали колоду Таро Темного леса. Вот коробочка, показываю для практиков, для тех, кто интересуется. Настраивайтесь на расклад и будем смотреть вас на следующей неделе. Потому что что может быть важнее, чем вы сами? Вы на следующей неделе, мои хорошие. Выход из какой-то сложной ситуации. Возможно, на этой неделе у вас были какие-то сложности. Опять-таки, если у кого-то были перепады с давлением, либо боли в сердце, то этот вопрос уже разрешается. Если были какие-то переживания, то тоже на следующей неделе идет улучшение ситуации. Выходите из ситуации кризиса. Какие-то эмоции негативные тоже у вас будут уходить на следующей неделе. Судя по этой карте, предыдущая неделя была достаточно сложной для вас. Могли быть какие-то расстройства, могли быть люди возле вас, которые действовали вам на нервы, да? Просто играли у вас на нервах. Может быть, какие-то новости были не очень приятные. Возможно, окружение возле вас было не очень приятным. И, соответственно, вот ваше сердечко здесь пострадало, да? Переживания какие-то могли быть. По любому поводу, у каждого здесь свое. Жизнь непростая штука, поэтому такие эмоции у нас могут быть порой. Хорошо, давайте смотреть, а что у вас здесь в плане работы?
Опять-таки могли быть переживания и в плане работы, потому что выпадает вам старший аркан жрица. Он говорит о том, что в плане работы могут быть какие-то скрытые моменты, то есть вы не понимаете, что происходит на рабочем месте. Могут быть какие-то закулисные игры, какие-то сложности, какие-то недоговорки, кто-то может что-то говорить за вашей спиной, и все это, безусловно, может отразиться на вашем эмоциональном состоянии. Если вы ищете работу, хотите перейти на новое место, то это все-таки хороший момент. Опять-таки, здесь, если не выиграете по деньгам, то однозначно выиграете по атмосфере, потому что на новом месте у вас будет другая атмосфера. Вот таких переживаний, какие есть на этом, на текущем месте работы, их уже не будет. Опять-таки, здесь просто может проиграться, что вы не полностью владеете ситуацией, либо вам дают задание, которое вы не совсем понимаете, как сделать. Не потому, что у вас опыта не хватает, а потому, что вы не знаете, чего от вас хотят в конечном итоге. Либо может проиграться так, что от вас хотят что-то одно, они уже это себе придумали в голове, вам сказали, вот сделай, а вы не понимаете, так сделать или по-другому сделать, какой вариант они хотят, что им подойдет. Вот такие моменты проигрываются. Если вы, например, на пенсии, либо домохозяйка, либо в декретном отпуске, то по данной карте проходит тот вариант, что заботы могут быть о ваших родных и близких, о женщине, о родственнице. Это может быть мама, это может быть свекровь, это может быть теща. Вот какие-то такие моменты, то есть переживания о каком-то родственнике здесь идут. Опять же, в плане работы, может быть, хотите что-то сделать по дому, что не хотите озвучивать, хотите сделать это как сюрприз. Это может проиграться в позитиве. Давайте посмотрим ваши денежки, посмотрим ваши финансы. Что на следующей неделе в плане финансов? Двойка чаш, смотрите, какая прекрасная прорисовка. Здесь вкладывание финансовое идет в партнера, если у вас есть партнер. И опять-таки идет финансовая поддержка. Для кого-то это будет финансовая поддержка родных и близких, либо партнера, либо государства. То есть если рассчитывали на какие-то прибавки к пенсии, например, либо какие-то дотации, либо какие-то субсидии, то по данной карте проигрывается то, что вы их получите. То есть здесь идет поддержка, вы не одни. Если хотели у кого-то попросить какие-то деньги, чтобы вам одолжили, да, это тоже проигрывается в плюс. Опять-таки могут попросить и у вас. Не исключаем этот вариант тоже. Далее, давайте смотреть ваши личные отношения. Любовь, секс, позитивные эмоции. Что здесь у вас на любовном фронте? А вот на любовном фронте у нас идут какие-то кардинальные перемены. Здесь идет вывод этих отношений на какой-то совершенно новый уровень. То есть так, как было, уже больше не будет. И у каждого это будет связано с чем-то другим. Да, с чем-то особенным, с чем-то, что связано именно с ними. Опять-таки, по сочетанию этих карт может проиграться, что если вы, например, находитесь в нестабильных отношениях, то понимаете, что это любовный треугольник, и когда-то это все подойдет к своему логическому завершению. Поэтому может пройти идея, а стоит ли продолжать эти отношения, или, может быть, стоит выйти из этого любовного треугольника и попытаться найти кого-то только для себя, чтобы больше не участвовать в этих любовных интригах. Если вы в стабильных отношениях, то здесь может проиграться для кого-то в позитиве. Если, например, вы жили длительный период времени вместе, либо просто жили, были сожителями, здесь может проиграться желание общего дома, желание узаконить отношения, а у кого-то может проиграться желание наоборот, разрыва этих отношений и выхода из этих отношений. Здесь все же, мои хорошие, примеряйте эту ситуацию на себя, потому что у каждого будет проигрываться по-разному. Для тех, кто хотел познакомиться длительный период времени, не было никаких встреч, никаких знакомств, то старший аркан смерть говорит о том, что ситуацию можете преломить по той простой причине, что за это время вы поменялись, вы стали другой либо другим. Соответственно, здесь могут быть знакомства и встречи. Опять-таки, если вы будете где-то ходить, бывать, да, то есть к вам в квартиру, в дом никто не постучит и сам не придет. Нужно приложить какие-то усилия к этому всему.
Вот я смотрю, здесь дотягиваю еще карты. Могут быть у вас встречи, безусловно. По старшему суду может быть достаточно кармическая встреча с перспективами на будущее. Потому что вот еще смотрю вторую карту. С перспективами построения семьи, семейных отношений. Поэтому обратите внимание на то, кого вы встретите на следующей неделе. Давайте посмотрим, какие энергии уходят из вашей жизни. Двоечки. Башни уходят. Второй вариант действительно здесь очень кардинальное событие происходит, очень важное, судьбоносное, потому что уже на данном этапе у нас три старших аркана из пяти карт. Башня – это что-то, что случилось на предыдущей неделе, скорее всего, либо в прошлом, и это было как гром среди ясного неба, что-то, к чему вы не были готовы. Это был какой-то шок. Вы могли что-то узнать, что-то могло для вас быть абсолютно непредсказуемым и даже, возможно, в какой-то степени ужасающим. Кто-то мог узнать нелицеприятные какие-то вещи о своем партнере. Здесь действительно может быть развод по данным картам, разрыв отношений, потому что вот очень сочетается с личными отношениями. Для кого-то здесь может проиграться тот вариант, что за спиной готовили у вас либо увольнение, либо сокращение, либо урезание зарплаты, вот какие-то такие негативные моменты. В силу того, что, смотрите, у меня разные люди, здесь проиграются для всех по-разному, но, скорее всего, вы уже понимаете, о чем идет речь. То есть шоковое состояние, какие-то новости, которые вот в прошлом разбивали вам сердце. Вот когда вот, ну, грубо говоря, да, зашли в комнату, увидели своего партнера с кем-то другим. Вот такого плана шок, да. Либо доверяли человеку и в какой-то момент понимаете, что этот человек вас предал. То есть шоковое состояние здесь происходит. Либо какие-то шоковые новости, да, что-то такое, что вот практически сбивает вас с ног эмоционально. И эти энергии, они уже уходят. Давайте посмотрим, что приходит в вашу жизнь. Какие энергии придут на смену. Ой, мои мальчики, мои девочки, старший аркан сила, однозначно судьбоносная у вас неделя. То есть на следующей неделе вы найдете в себе внутренние силы, возможно, кто-то найдет в себе и физические силы для того, чтобы справиться с той сложной ситуацией, которая сложилась у вас на данный момент времени. Безусловно, для кого-то, кто живет в зоне военных действий, это может быть связано с родными, с близкими. Вот эти вот моменты, да, не будем озвучивать, мы все понимаем, о чем идет речь. Но как позитив, скребете себя до кучи, определите для себя, что нужно делать, как вы будете это делать, и начнете действовать. Если у кого-то были проблемы со здоровьем, то здесь тоже будет улучшение. Дальше. Давайте смотреть. Приятные неожиданности следующей недели. Что вас приятно удивит? Старший аркан Солнца. Прекрасная карта. Это карта поддержки, карта осознания того, что вы, вот как солнышко, приносите любовь, позитив. Опять же, здесь настрой достаточно позитивный. Для кого-то проиграется как отдых. Наконец-то сможете отдохнуть, сможете расслабиться. По Солнцу еще может проиграться то, что если вы ищете новую работу, то здесь вас признают как высококлассного специалиста, и у вас будут достаточно хорошие шансы найти работу. И будет ощущение такое, зачем я был на том месте, когда вот я не мог, либо не могла реализовать свой потенциал, когда ко мне так относились, когда я могу перейти на другое место, где все будет совершенно по-другому. Опять же, по Солнцу у нас могут пройти достаточно большие, хорошие подарки. Иногда здесь проходят у меня вот в раскладах даже какие-то украшения с бриллиантами, вот что-то яркое, что-то такое приятное. Подарок здесь может быть, опять-таки. А достижение следующей недели? Шестерка чаш. Смотрите, мои хорошие, здесь у вас есть очень сильная поддержка вашего рода, вашей семьи, ваших друзей и ваших знакомых.
Вы не одни, однозначно. И как достижение, вот, вы можете заботиться о своих родных и близких, и ваши родные и близкие могут заботиться о вас. То есть это желание каких-то совместных встреч, совместных застольев, совместных каких-то празднований, совместного времяпровождения. Здесь бабушки могут уделить внимание своим внукам, почитать какие-то сказки. Кто-то может сходить в какой-то музей что-то посмотреть. Опять-таки отвлечься. Хорошо проигрывать его для тех, кто решит все-таки отдохнуть, отстраниться от этого негатива, сменить обстановку, возможно, поехать к родным, близким, чтобы вот эти негативные энергии поменять более на позитивные. Опять-таки, мои дорогие двоечки, неделя будет у вас знаковая и значимая, потому что из 8 карт у нас 1, 2, 3, 4, 5 старших арканов. Напишите мне, пожалуйста, как проигралась для вас эта неделя и насколько этот расклад резонирует с вами, потому что действительно вот судьбоносная неделя, однозначно. Ну что же, а я буду с вами прощаться и переходить к троечкам. Троечки, приветствую вас на канале. Давайте посмотрим, что приготовила для вас следующая неделя, как она проиграется в различных сферах вашей жизни. Для тех, кто интересуется и практикует Таро, покажу, что троечки выбрали вот коробочка. Давайте смотреть вас на следующей неделе. Туз мечей, карта прорыва. То есть будет очень много идей в плане того, как разрешить либо ту, либо иную ситуацию. Опять-таки, это еще идеи, которым нужно дать достаточно энергии для того, чтобы воплотить их в жизнь. Карта прорыва. То есть, если насобиралась куча каких-то вопросов, куча каких-то дел, которые были в долгом ящике, которые в длительный период времени не могли решить, то на следующей неделе эти вопросы вы будете решать. Опять-таки, по тузу мечей часто проходят консультации у врачей, либо это могут быть какие-то юридические консультации, оформление каких-то документов, договоров, подписание каких-то контрактов и, в принципе, разрешение любых конфликтных ситуаций. Хорошо, давайте смотреть. Работа на следующей неделе. Старший аркан отшельник говорит о том, что в плане работы вы будете больше сфокусированы, если вы работаете на каких-то задачах, на каком-то куске работы, который вы можете выполнять самостоятельно. Если вы ищете работу, то здесь нет особо общения, нет трудоустройства, только если вы не начнете заниматься либо планировать свой собственный бизнес. Здесь может проиграться так, что долго искали работу, ничего не подвернулось под руку из того, что вам нравится, либо что удовлетворяет вашим запросам, и решили попробовать что-то свое, открыть какое-то свое дело. Вот этот момент здесь проигрывается. Если вы, например, на пенсии, либо не работающий человек, да, который находится дома, может быть, домохозяйка, либо вы в декретном отпуске, то здесь может проходить фокус на старших родственниках. То есть, возможно, нужно будет проведать бабушку, дедушку, да, кому-то из старших родственников уделить внимание. Вот этот момент есть. Но опять-таки желание здесь уединиться, выполнить свою часть работы, и чтобы вот никто не трогал. Вот такого плана энергии проходит. Давайте посмотрим ваши финансы. Будет какое-то общение в плане финансов и даже, возможно, выяснение каких-то отношений в плане финансов. Если где-то кто-то что-то недоплатил, либо ждали каких-то денег, они вам не пришли, то здесь идет общение, переписка, желание прояснить какую-то ситуацию. Потому как по сочетанию этих карт деньги здесь большие не проходят, но денег столько, сколько в принципе хватает. Но опять-таки, какой-то кусок денег может еще не прийти, не упасть на счет, да? Может быть, задержка зарплаты, например. Здесь траты, кстати, могут быть на детей, и траты могут быть на покупку авиабилетов. Если собираетесь куда-то лететь, вот именно вопросы путешествия, вопросы перелета здесь будут. Давайте посмотрим ваши личные отношения. Король Пентаклей. В принципе, неплохая карта для тех, кто
кто находится в стабильных отношениях, данная карта говорит о том, что ваш фокус будет на вашем партнере. Особенно если эта ситуация была какого-то застойного плана, застойного периода, то здесь проходит желание преломить эту ситуацию, немножечко добавить сюда страсти, немножечко добавить пылкости, потому что может проходить так, что отношения временами теряли вот этот вот запал, вот эту вот энергию близости. И фокус здесь с партнером, безусловно, идет больше на материальных каких-то вещах, да, на решении каких-то материальных вопросов. Если у вас были нестабильные отношения, то здесь будете думать и решать, оставаться в этих отношениях или все-таки из них выходить. А потому что, с одной стороны, есть сексуальное влечение к этому человеку, с которым вы находитесь в сексуальных отношениях. А с другой стороны, уже понимаете, что ваш интерес может переключиться на кого-то другого. Кто-то новый может появиться в вашем окружении. И можете подумать, а не попробовать ли мне начать что-то с чистого листа с новым человеком. Для тех, кто хочет познакомиться, здесь достаточно тяжко идет, потому что мужчины, которые вам встречаются, мои дорогие девочки, они либо женаты, либо они не вкладываются в вас так, как вы бы этого хотели. И, соответственно, вот ситуация застоя. Не встречаете того человека, которого бы хотели встретить. То есть встречается кто-то, но все не то, да все не так. Далее. Давайте смотреть, какие энергии будут уходить из вашей жизни на следующей неделе. Король чаш. Вот смотрите, получается здесь, что если у вас был любовник, то будете отказываться от любовника. Особенно если любовник был женат. Вот этот человек уходит из вашей жизни. Эти энергии перестают быть в вашей жизни на следующей неделе. То есть ваш фокус переключится на что-то другое. Опять-таки, для тех, у кого были на повестке дня вопросы проработки каких-то блоков, общения с психологом, то, скорее всего, на следующей неделе вы уже заканчиваете этот курс. Опять-таки, это мужчина достаточно добрый, достаточно чувственный. Если на предыдущей неделе вам нужен был совет от такого чувственного человека, от эмпата, человека, который может вас выслушать, то на следующей неделе уже как бы поблагодарили его и попрощались, да, человек этот уходит. У меня по королю чаши очень часто проходят психологи. Люди такие, знаете, заботливые, чувственные, добрые, эмпаты по натуре. Давайте посмотрим, что придет к вам на следующей неделе. Какие энергии придут на смену. По жезлу прекрасная карта, карта общения. Опять-таки могут до вас дойти какие-то слухи, какая-то информация. Поэтому, да, фокус будет именно на получении каких-то новых сведений, я бы даже сказала. Получение нового опыта. Для кого-то может проиграться тот вариант, что будете думать о том, куда поехать. Можете планировать какую-то поездку здесь. Очень хорошо проигрываются вот эти карты. И в принципе, для кого-то здесь может выйти на повестку дня вопрос карьеры и вопрос детей. Может быть, обучение детей. Вот эти моменты здесь есть. Давайте смотреть приятную неожиданность на следующей неделе. Рыцарь мечей. Как приятная неожиданность. Какой-то прорыв, какую-то сложную ситуацию сможете разрешить. Пусть даже путем какого-то конфликта, очищающего конфликта даже. То есть будете настаивать на своем, рубить с плеча и получать желаемый результат. Чего будет касаться? Но здесь у вас, скорее всего, это будет касаться каких-то любовных отношений. Видите карты? Кто-то может действительно здесь решить выйти из любовного треугольника, разорвать эти отношения, потому что уже есть на повестке дня кто-то другой, кто-то более интересный. Может, даже кто-то помоложе. Так, давайте смотреть далее. Достижения следующей недели. А что у вас получится? Чего вы достигнете к концу недели? Удачи, фортуны. Фортуна вам улыбнется. Будете в нужном месте, в нужное время. Все проиграется для вас со знаком плюс. Опять-таки, по
По колесу фортуны здесь могут проигрываться подарки и какие-то денежные поощрения. То есть какие-то денежки вам могут прийти. Как говорится, что-то нежданно-негаданно к вам пришло и пришло плюс. В любом случае, перемены здесь очень позитивные. Если решать нужно было какие-то вопросы, опять-таки, поездки, они решатся очень благополучно для вас. Вот прям как по маслу все пойдет. Если решали вопросы транспортного средства, сервиса, вот эти моменты тоже здесь проигрываются очень хорошо, очень позитивно. Ну что ж, мои хорошие, пишите мне, как для вас проигрывается этот расклад, а я перехожу к четверочкам. Приветствую вас, мои дорогие четверочки, настраивайтесь на расклад и давайте посмотрим, что приготовила для вас следующая неделя. Для тех, кто интересуется и практикует, скажу, что четверочки выбрали Таро ведьм, вот коробочка. Ну что же, вы на следующей неделе. Рыцарь жезлов. Прекрасная карта, она говорит о том, что вы будете уверенно, стремительно идти к достижению своих целей. Для кого-то это могут быть бизнес-поездки, для кого-то покупка транспортного средства, либо сервис транспортного средства. В любом случае, это карта прогресса и карта движения. Карта движения к достижению своих целей. У каждого, безусловно, это может быть что-то свое, но у вас будет очень много оптимизма, будете позитивно настроены. И знаете, вот желание претворить в жизни все то, что вы себе наметили. Ну что же, это прекрасно. Давайте смотреть. Работу, рабочие моменты. Что здесь у вас? Очень много общения будет. Общение по работе. Опять-таки для многих проиграются либо бизнес-командировки, либо общение с партнерами из заграничного офиса, либо из другого офиса, с другой компании. Очень много переписки. Очень много общения. Кто-то может получать дополнительный опыт, кто-то может здесь поехать на какие-то курсы, вебинары, семинары, вот эти вещи есть. Если вы ищете работу, то здесь проигрывается интервью. Они будут тоже достаточно позитивные. Если вы находитесь, например, в декретном отпуске, домохозяйка, пенсионер, то здесь может быть забота о детях, о внуках. Вот какие-то такие вопросы важные будете решать, да? То есть домашние, важные, когда вот на вас рассчитывают другие люди в семье. И очень много общения здесь. Это и телефонные звонки, и переписка, и, возможно, даже какие-то социальные сети. Вот это может быть все по работе, то есть какие-то там Teams, Zoom. Вот общение действительно будет очень важным. Вот такое чувство, что вам постоянно надо отвечать на смски, на звонки. Вот постоянно нужно быть в курсе событий. Давайте посмотрим, что здесь у вас в плане финансов. По финансам здесь все хорошо, все стабильно. Четверка жезлов говорит о том, что кто-то может вкладываться в какие-то праздники, потому что это вот празднование чего-то. Это могут быть какие-то семейные праздники, это могут быть встречи с друзьями, знакомыми, это могут быть дни рождения, это могут быть какие-то подарки. Для кого-то может быть вопрос housewarming party. Это вот когда вы купили новый дом, либо сняли новый дом, пригласили друзей на новоселье, вот как это называется по-русски. Вот такие вещи здесь проигрываются. Опять же, для кого-то может проиграться переезд на новое место в связи с тем, что вы либо продаете, либо покупаете дом, либо просто снимаете, переезжаете на другое место. Вот этот момент тоже здесь есть. Давайте посмотрим ваши личные отношения, что здесь. А личные отношения здесь расстраивают в какой-то степени, есть какое-то разочарование. Либо они не ладятся, либо у вас просто нет времени, чтобы уделять своему партнеру. Давайте так. Если вы находитесь в стабильных отношениях, да, то есть это де-факто отношения, либо официальный брак, здесь могут быть переживания из-за того, что ваш партнер часто отсутствует, либо вы часто отсутствуете и не можете уделить своему партнеру достаточно времени. Если у вас любовные треугольники и нестабильные отношения, то здесь может пройти желание все-таки поговорить по душам,
прояснить ситуацию, узнать, чего хочет ваш человек, да, с которым вы находитесь в этом любовном треугольнике, в этих отношениях, и определиться, куда эти отношения идут. Если они ни к чему вас не ведут и не приведут, да, то, возможно, здесь стоит выйти из этих отношений и искать счастье где-то в другом месте. Вот этот момент есть. Если вы хотите встретить кого-то и ищете знакомства новые, то понимаете как? С одной стороны, вроде ищете, а с другой стороны, закрываетесь от любых отношений по той простой причине, что был предыдущий негативный опыт, который вы еще не смогли отпустить. И негативные события, которых вы помните, да, те люди, которые вас обидели в прошлом, те ситуации, которые были у вас в прошлом, они постоянно о себе напоминают, вы постоянно новых людей сравниваете с тем, что у вас было ранее, и понимаете, что повторение старой истории вы в своей жизни не хотите. Поэтому вот как бы закрываетесь от этих отношений. То есть еще не пришел тот человек, который покорит ваше сердце. По крайней мере, не придет на следующей неделе. Давайте посмотрим, какие энергии будут уходить из вашей жизни. Энергия ожидания. То есть энергия ожиданий уже уходит на следующей неделе и сменяется энергией действий. И какие энергии еще придут к вам в жизнь на следующей неделе? Смотрите, у вас может быть очень удачное партнерство. Скорее всего, по работе оно здесь проигрывается. Да, поездка. И если вы хотели поехать куда-то в бизнес-поездку, переехать, перейти на другую работу, то здесь у вас очень удачное партнерство проигрывается. Долгосрочный сильный союз, заключение каких-то договоров, контрактов. Хорошо проигрывается для тех, кто хочет какую-то новую работу, либо переехать куда-то с целью трудоустройства. Вот эти моменты здесь есть. Давайте посмотрим приятную неожиданность. Шестерка Пентаклей говорит о том, что если вам на следующей неделе будет нужна какая-то помощь, включая финансовую, вам ее окажут. То есть здесь будут люди, которые вам помогут в достижении ваших целей. Опять-таки, кто-то может обратиться за помощью и к вам, но, скорее всего, это будет вам либо подарок, либо какое-то поощрение. И достижение недели. Чего вы достигнете к концу недели, что у вас получится. Старший аркан жрица. Смотрите, как проигрывается, мои дорогие девочки и мальчики. Если не осмотрят женщины, то здесь вы станете более интересны, более мудры, более привлекательны для противоположного пола. То есть могут появиться в вашем окружении люди, которые скажут: «О боже, какая женщина, какая интересная, как хотелось бы быть с ней». Но вот ощущение, что вы на ступеньку 2, 3 и 5 выше стоите, чем окружающие люди. Да? То есть вы становитесь интересны. Здесь вот у вас энергия загадки. Да? Женщина-загадка проигрывается. Для мужчин здесь может появиться какая-то тайная зазноба, которая тоже будет привлекать их внимание. Вот этот момент есть. Вот смотрите, дотянула вам дополнительную карту, чтобы уточнить жрицу. И данное сочетание карт говорит о том, что к концу недели вы определитесь, какую семью вы себе хотите, кого вы хотите видеть рядом с собой. Вот больше действительно проигрывается в плане отношений. Я смотрю дно колоды, и будет у вас возможность, очень хорошая возможность, потому что здесь может быть и вопрос личных и эмоциональных отношений, да, и отношений, которые будут носить еще какую-то финансовую подоплеку под собой. То есть очень хороший шанс, очень хорошая возможность. Вот что говорится, нужно брать быка за рога. Вот эти вот моменты есть. Если посмотреть на ваш расклад в целом, то важными будут, судьбоносными именно те энергии, которые войдут на следующей неделе. Потому что вот у вас в позиции новых энергий находятся два старших аркана, любовники и колесницы, да, то есть ситуация правильного выбора и прогресс, прорыв, да. И опять-таки позитивное окончание недели, старший аркан жрица. Для некоторых, не для всех,
Как я уже упоминала, для тех, у кого здесь на повестке дня стоит вопрос оставаться в отношениях либо выходить, потому что может быть и семья, может быть и любовница, либо семья и любовник, ну вот какого-то такого плана, то здесь к концу недели будете определяться, чего же вы все-таки хотите от жизни, в каком же все-таки направлении вам действовать. Ну что же, четверочки, пишите мне, пожалуйста, как проигрывается, либо не проигрывается для вас этот расклад. А с вами была я, Надя Райс. До свидания, до новых встреч.